Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как разблокировать любой Xiaomi самокат в плане лимит скорости, скоростной лимит на любом Xiaomi самокате. Итак, все это делается невероятно просто. Вся полная текстовая инструкция расположена на нашем сайте, есть и в английской версии, и в русской, какая вам удобнее. И все подробно описано. Сейчас же я покажу быстренько, как это сделать. Ну, в принципе, быстренько, но от А до Я. Это важно понимать. Итак, вначале вам, конечно же, нужно подключиться к вашему скутеру через приложение Mi Home. Это обязательно. Ну, в принципе, это, наверное, то, что вы сделали в самом начале при приобретении самоката. Потому что по-другому, собственно, никак. Вы должны подключиться. Устройство должно сопрячься. Вон там идет где-то сопряжение. Вот. То есть... Как сопрячься? Нажимаете один раз на кнопку, когда самокат включен, нажимаете на кнопку, включается фонарик, и у вас начинается... Господи, я заговариваюсь уже, и у вас самокат переходит в режим парирования. Вот, когда выйдет эта вот инструкция, которую нельзя пропустить, мы выходим из приложения, она нам, по сути, уже не нужна. Открываем браузер здесь на нашем сайте, либо же можете просто переписать, короче, переходите по вот этой вот ссылочке. Нажимаете «Открыть», через браузер открываем, «Дисклеймер», нажимаем «Ок». Все, и теперь спускаемся вниз и выбираем пункт «Power and Speed», то есть питание и скорость. И сначала мы должны увеличить уровень питания. Я буду менять только для спорт-режима. Почему? Потому что обычный режим меня устраивает, как едет, а вот спорт-режим, когда нужно по прямой ехать, не знаю, там 20 минут, я бы себе хотел увеличить, например, скорость. Поэтому вначале вы должны узнать, насколько у вас ампер аккумулятор. И установить нужный параметр. В принципе, если вы выставите больше, чем у вас есть на самом деле, у меня, например, не на 65 ампер, 100%, то есть вы выставляете, то есть видите, на 1820 ватт будет. Ну, типа, это вообще бред. Ну, понятное дело, что мой старый самокат первого еще вроде бы поколения, или второго, точно не помню, он, понятное дело, что не такой мощный. Но это не помешает, если, типа, если мы установим больше значения, чем он поддерживает, он из-за этого не сгорит, не перегреется. Нет, он просто будет работать на максимум. То, собственно, что мне и нужно. Итак, выставляем спорт здесь на максимум, ну, либо же, ну, мы хотим разблокировать видео про это, поэтому будем уже откровенны, на максимум выставляем здесь. Для каждого региона выставляем максимальную скорость, то есть он еще по GPS определяет регион. Вот, мы по каждому региону разрешаем скорость 45 км в час, ну, или сколько сможет потянуть ваш двигатель. Ну, собственно... И все, так, стартовую скорость не буду менять. Теперь что делаем? Теперь нажимаем Finish it, Time to Cook. Нажимаем Select and Up. И выбираем Scooter Hacking Utility. Нажимаем Download Zip. Идет скачивание файла. Все, файл этот не трогаем. Теперь заходим в наш с вами любимый Play Market. И вписываем в поиске Xiaomi Hacking Utility, если это приложение каким-то образом... не знаю, удалиться из Play Market, скачайте его просто из интернета. Главное, через официальный сайт. Там у них, собственно, была ссылочка. Вот, Scooter Hacking Utility, в честнейший доступ, я как в Польше нахожусь, у меня написано по-польски, то есть ранний доступ. Скачали и открываем приложение. Нажимаем ОК, разрешаем ему все, что он просит, потому что иначе нельзя, совсем соглашаемся. Вот. Ну и, собственно, он видит мой самокат. Mi Scooter M365 Pro. Можно включить автоконнект. Это не обязательно, но можно сделать. И нажимаем на кнопочку, чтобы сконнектиться. Говорит pairing, please wait. Вот, говорит, нажмите на кнопку питания. Я нажал на нее один раз. То есть не нажал и удерживал, а просто нажал. И он подключился. Все. Что, собственно, теперь мы должны сделать? Теперь мы должны нажать на кнопочку Load Zip и выбрать из, в моем случае, из загрузок архив. Вот этот вот. То есть выбрали нужный архив, который мы только что создали, собственно. И нажимаем Flash. У меня он уже пропатчен, поэтому мне нет смысла этого делать.
патчить второй раз, потом, если я пропатчу второй раз, не, у меня там длинный список конфигураций. То есть, смотрите, если у вас была установлена конфигурация, например, там, старт с 2 км в час, например, еще что-то, то есть, смотрите, это все конфигурации, где они там? Где они там? Возвращаемся назад. Вот. Это все конфигурации, которые могут храниться в одном патче. И если вы загружаете сейчас другой патч, то все остальные конфигурации, которые у вас были раньше, они стираются. Все эти будут стоять по дефолту. Ой, changelog, господи. Все эти конфигурации будут у вас стоять по дефолту, все BISEX-ы. Да, то есть они все будет стоять по дефолту. Breaking and energy recovery. Оно все будет стоять у вас по дефолту. Но я советую вам как сделать. Вам сесть, немножко изучить эту тему и повыставлять везде нужное вам значение. Везде, в каждой вкладочке. Cruise Control, например. Ну, кстати, вообще первый раз о такой функции слышу. Вот. Из продвинутых опций, если вам что-то нужно. И просто берете потом Finish at Time to Cook, Scooter Hacking Utility, берете просто и качаете ваш архив. То есть это то, что нужно сделать. Если вы хотите просто остаться со стандартными настройками, потому что они изначально выбраны везде стандартные, но разблокировать именно максимальную скорость, то, что сделал, собственно, сейчас я, тогда вы просто повторяете то, что я только что вам показал, собственно. Все оставляете на месте, только скорость меняете на максимум в спорт режиме. И все, нажимаете load, zip и flash. Что ж, спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч, до свидания, лайкайте и пишите комментарии, если вдруг это видео было для вас полезным.